ним вместе, жили вместе, дружили вместе. Мои студенческие годы, жизненный путь. И здесь вот в Нью-Йорке наша дорога с Борисом была в Борисе. Человек богатой души. Человек был богат не только деньгами. Самое главное в нем было уважение к человеку. Его прием, его уважение. Он очень много пережил, вы знаете, когда в течение 2 лет скончалась его мама, потом папа, дедушка, бабушка. Он только успевал ездить в Самарканд и обратно. Рахмат Кардабошев, чтобы она, его супруга, подстать ему, веселая, жизнерадостная. Ну, эпитетов мало сказать, Гуренко, по отношению к тебе. Этот дом был постоянно полон людьми. Весь Самарканд там находился. Все друзья там находились. И в том числе я сам. Никогда не было, чтобы семья сказала, что ты делаешь, что ты поступаешь правильно, неправильно. Гуренко, дети родные, ваш папа был и остается большим, большой души человеком, который делал для семьи все. Он, не покладая рук работал, видите его фотографию. Человек должен быть красивым всегда,